23 января в клубе загородного отдыха «Станица Северская» прошел хоккейный матч между хоккейными клубами «Северские волки» и «Изумруд». Спортивное мероприятие организовано в поддержку Василия Папандопола, объявившего голодовку. Матч этот мы посвящаем нашему другу, соратнику, товарищу Василию Васильевичу Папандопола. То, что происходит сейчас, мы видим на этой арене, создано благодаря ему. Детская школа. Я знаю Василия Васильевича как честного и принципиального человека, любящего свою родину, Россию. Мы выступаем за справедливость. Его пытаются осудить за то деяние, которое мало того, что он не совершал, он еще его и не мог совершить. Мы за справедливость. Васильевич, мы с тобой. Поддержать Василия Папандопола пришли друзья и близкие, а также воспитанники хоккейного клуба «Северские волки». От лица всех родителей, детей, которые уже много лет имеют возможность заниматься хоккеем в этом замечательном месте, мы выражаем благодарность Василию Васильевичу за то, что он построил этот ледовый комплекс и поддерживает много лет уже детскую спортивную школу, из которой каждый год выпускаются ученики и попадают в топовые клубы всей России. Мы выражаем свою поддержку в пользу Василия Васильевича и просим, взываем всех к справедливости.